Панельная дискуссия «Doing Science. Наука молодых» прошла в рамках форума «Молодежь и наука» в Нижегородском государственном университете имени Лобачевского. Мероприятие объединило российских лидеров, ведущих ученых страны, первых лиц системы науки, высшего образования и молодежной политики, экспертов высшей школы и новое поколение российской интеллектуальной элиты. Эксперты обменивались мнениями, делились опытом, перенимали знания и готовили новые решения. Наука – это та сфера, в которой вы можете стать и знаменитым, вы можете стать действительно великим ученым, и тяга к познаниям просто пересиливает все сложности, которые могут возникнуть на пути становления молодого ученого. Форум достаточно интересный, поднимаются актуальные вопросы. На самом деле тематика поддержки молодых ученых в нашей стране, как я считаю, наиболее острая. Также и для нашего региона эта проблематика очень остро стоит. Потому что у нас регион с высоким научно-технологическим потенциалом. И для нас именно количество молодых ученых и качество их подготовки играет решающую роль. Высокопоставленные гости обсудили развитие наставничества в науке, ее цели и возможности ее популяризации среди молодежи. Это та самая популяризация науки, причем путем действия, путем получения компетенции непосредственно с помощью их освоения. Это практическое, практикоориентированное образование. Это не какая-то вот так вот теория, которую мы сидим учим, а это опыты, эксперименты. Это то, что вот ты прямо руками создаешь и видишь, как это происходит. Безусловно, мы рассчитываем на то, что молодежь будет больше интересоваться наукой. Министерство реализует ряд конкретных мероприятий, ряд конкретных программ с финансированием для того, чтобы привлечь молодежь в науку, для того, чтобы молодежь оставалась в науке. Итог дискуссии подвел один из модераторов панельной дискуссии, научный руководитель экспертно-аналитического центра «Научно-образовательная политика» Евгений Жонов. По его словам, разговор получился честным и откровенным. Очень здорово, что форум «Молодежь и наука» проходит именно в том ключе, в котором мы запланировали. Активное участие молодых ученых, лидеров СНО. Приехали практически все кураторы науки. Очень надеемся, что те предложения, которые прозвучали, они прозвучали действительно честно. Отметим, что форум «Молодежь и наука» проводится совместно с 29-м Всероссийским фестивалем «Российская студенческая весна» и в рамках мероприятий по празднованию 800-летия Нижнего Новгорода. София Иванова, Алексей Корякин. Время новостей.